Что тебе нужно? Тебя зовут Винстан, верно? Угадал. Что тебе известно о повстанцах? Ну, они говорят, что настоящий барон Стюарка – Гертан. А нынешний Ренвик просто... Чтобы они не болтали, мы их всех прищучим. Хотя, надо признать, они ловко заметают следы. Кто такой Гертан? Главарь бунтовщиков? Да, он самый. Неудивительно, что повстанцы его так превозносят, верно? Ну, ходят слухи, что простой люд тоже тайком поддерживает Гертана. У повстанцев есть сочувствующие среди народа? Еще как есть. Думаю, им самое место в темных клетях с толстыми решетками. А что слышно в страже? Может, и среди наших защитников найдутся поборники Гертана? Что? Я... Ни за что. Все стражники верны барону. Как у тебя язык повернулся? Хватит уже. Говори, куда вы дели Мермунда. Тогда я не сдам тебя барону Ренвику. Как? Как ты узнал, что это мы похитили Мермунда? Я знаю все тут. Давай выкладывай. Постой. Ты и правда хочешь довести Стюарк до разрухи? Заискивание перед проклятым королем Стюарк не спасет. Верно. Когда Гертан станет бароном, король получит хорошего пинка под зад. Что? Я слышал совсем другое. Надо выбирать, кого слушать. Это Ренвик хочет отдать город Робору. Его сестра Лювен может это доказать. Ренвик? Хочешь сказать, что барон тайно якшается с Робором? Именно он. Лювен его подловила. Не поверю, пока не увижу. Тогда знай. Лювен пришлось бежать. Сейчас она прячется где-то в городе, но даже я не знаю, где именно. Если ты ее найдешь, то сразу поймешь, что мы стоим за правое дело. Вдруг ты и вправду не врешь? Так ты поищешь Лювен? Я подумаю об этом. Люди в городе могли что-то увидеть или услышать. Держи ушки на макушке, зайди в таверну или на рынок. Там сплетников больше всего. Тебе расскажут то, о чем при страже и не обмолвятся. К тому же, ты можешь попытаться проникнуть в башню Лювен. А это мне еще зачем? Горн приказал обыскать башню, но они так и не смогли открыть сундук. Кто знает. Может быть, как раз в этом сундуке может храниться нечто очень важное. Найди Лювен, и ты узнаешь правду. Слово чести. Я подумаю об этом. Как дела, малыш? Как думаешь, где сейчас может прятаться Лювен? Чихал я на нее. Мое дело присматривать за этими сосунками. А своими домочадцами пусть барон интересуется. Она может оказаться ключом к свободе Диего. Тогда бы я послушал сплетни в лавках и таверне. Народ там в основном туповатый, но поболтать любят так, что только держись. Вы разве не осмотрели башню Лювен? Осмотрели. Только ничего там не нашли. А что с тем сундуком, который вы так и не сумели открыть? Ну, я собирался разбить его топором. Да барон запретил. Семейная реликвия, типа. Не дал мне его испортить.
а можно мне взглянуть на этот сундук? Ну, если ты думаешь, что это тебе чем-то поможет, пошли, я впущу тебя в башню. Ха! Это снова ты! У меня только самый лучший товар!
Кажется, вы переживаете не лучшие дни. Это все лукодел. Шумит, пилит, постукивает до самого утра. Пришлось зайти к Элгану, купить у него хлопковые катышки для ушей. Посмотрим, выйдет ли из этого толк. Мне бы... Нечего здесь смотреть. Да? Похоже, у тебя полно дел. Это треклятая война. Я уже забыл, когда высыпался. Работа, работа. Одна сплошная работа. День и ночь. Ты не покладаешь рук и по ночам? А соседи на стук не жалуются? А что соседи? Приказы барона не обсуждаются. Все в округе покупают у Элгана катышки. А по ночам затыкают ими уши. Хотя все одно не все могут уснуть. В доме на краю утеса по ночам нет-нет, да и запалят фонарь. В том с заколоченными окнами? Именно. Он вроде как должен быть пустым. А может, я просто заработался и видел призраков. Мне бы выспаться. Мне бы хоть... Тебя послал Ренвик? Вперед, славный воин! Я безоружна. Не изви. Я здесь по просьбе Винстана. Винстана? Хвала Инносу! У тебя есть подтверждение того, что Ренвик действует заодно с проклятым королем? Да. Многие недели Ренвик тайно вел переговоры с Робором Третьим. Мермунд был их посредником, посланцем темного короля Миртаны. Чтобы это доказать, я выкрала письма Ренвика. Расскажи мне о Ренвике. Он искренне верит, что поступает мудро. На деле же он слабый и трусливый правитель. Надо свергнуть Ренвика, пока Мермунд не сделал Стюарк придатком Миртаны. Расскажи мне о Гертане. Мой милый брат. Отважный, благородный и любимый народом. Он готов сражаться, лишь бы уберечь Стюарк от вероломства Ренвика.
Если так, бароном должен быть Гертан. Он им будет. Сейчас Гертан собирает верных ему людей. Вместе мы спасем Стюарк. Мермунд – посланник Робора Третьего? Ты уверена? Да, он пришел вместе с беженцами из Торниары. Но сам потерявшим кровь человеком не выглядел. Был слишком доволен жизнью. Это лишь твои догадки. С Ренвиком он спелся подозрительно быстро. Это при том, что накануне войны мой брат стал еще более осторожным. Сейчас Гертан держит Мермунда под замком. Скоро мы выдавим из него правду. О чем вообще эти письма? Это послание лорда Хагена, моему брату, и ответное письмо Ренвика. Только оно никогда не попадет на стол Хагена, потому что я вовремя перехватила бумаги. Покажи мне письма. Если то, что ты говоришь, действительно правда, то я помогу тебе сместить Ренвика. У меня их уже нет. Как-то нет. После того, как я их украла, люди Ренвика пустились за мной в погоню. Я спрятала их в маленькую деревянную шкатулку и бросила ее с утеса в море в южной части города. Если Иннас был милостив к нам, то шкатулку уже должно было вынести на берег прибоем. Ты можешь попытаться найти письма и отнести их Гертану? Тогда я смогу, наконец, открыть всем коварные планы, которые наш брат вынашивал уже много лет. Я найду шкатулку с письмами и отнесу их Гертану. Но вы должны пообещать мне, что как только придете к власти, мой друг Диего будет выпущен из тюрьмы. С радостью дам такое обещание. В шкатулке вместе с письмами ты найдешь и ключ от старого склепа. Гертан хотел устроить там новое убежище. Все думают, что склеп проклят, и потому соглядатые Ренвика ни за что туда не сунутся. А где мне найти этот старый склеп? В холмах на юго-востоке наших владений. Вход находится неподалеку от старой дозорной башни Сетарифа. Ты нашел Лювин? Тебе удалось с ней поговорить? Да, я вам помогу. Я знал. Я верил в твою доброту. Привет, дружище. Я отыскал Лювин. Она говорит, что Ренвик передает Стюарк королю Робору. Интересно. Что же ты будешь делать? Я собираюсь найти доказательства. Если они действительно существуют, дни Ренвика сочтены. Чем могу служить? А, наш герой с моста. Привет и тебе, Элгон. Расскажи мне про Стюарк. Про Стюарк? С радостью. Что именно ты хочешь узнать? Кто самые большие шишки в городе? Ну, Стюарком правит барон Ренвик. Правда, он не в ладах со своим братом Гертаном, так что там идет борьба за власть. Впрочем, подробностей я не знаю. Что ты думаешь о Ренвике? Трудно сказать.
Он не похож на прежнего барона, да и людям больше нравится его брат Гертан. А в городе есть другие торговцы? Конечно. Ингар – владелец таверны на Утёсе. Если нужен кузнец, иди к Ронде. Джерик продает волшебные побрякушки, а Варган варит алхимические зелья. Еще есть Хирба, но к нему ходить не советую. Почему? Этот Хирба нечист на руку? Он все время пытается сбить мои цены. Сущий чирий на заднице. Сделай мне одолжение. Не покупай у него. Мне... Хочешь чего-нибудь купить? Ты чего это тут затеял? Старую мебель разбираю. Она пойдет на изготовление мертонийских ежей. Чего? Мертонийские ежи, говорю тебе. Они нужны нашим ребятам для обороны. А ты сам подумай, каково врагу будет тесным строем через них переться? Как дела, малыш? Ну как? Что ты планируешь делать, малыш? Я принял решение. Я собираюсь помочь Гертану. Что? Как тебе в голову пришла эта идея? Поболтал с Лювен. У нее нашлись доказательства вины Ренвика. Если это правда, я лично затащу их в темницу. Мое белье. О, нет. Час от часу не легче. Осторожно!